Шум моторов мотоциклов вновь вернулся в Видное. Мотобольная команда «Металлург» впервые в этом сезоне чемпионата России играет на домашней площадке. В соперниках «Ковровец» из Владимирской области. Традиционно начинаем с «Ковровом», с традиционным соперником «Металлурга». Хороший соперник. Будет, наверное, сегодня интересная игра. Первый домашний матч «Металлурга» в чемпионате России по мотоболу всегда особенный. Обычно видновскую команду награждают чемпионским кубком за предыдущий сезон. Однако в этот раз на игроках клуба блестели только серебряные медали. Церемония открытия мотобольного сезона в Видном началась с эффектного появления на поле байкерского клуба «Самоназванные братья». Традиции мы выезжаем на поле, собственно говоря, колонной. Приветствуем команду таким образом. За игрой «Металлурга» наблюдал глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Он поздравил всех присутствующих с началом мотобольного сезона. Я желаю всем удачи, желаю всем победы. Но мы понимаем, что последние годы победа дается нелегко. Самые неприметные персоны в любой игре – судьи. Но только не в мотоболе, ведь в этом экстремальном виде спорта от арбитров требуется особая концентрация в каждом игровом эпизоде. Да и за собой необходимо следить, чтобы не попасться на пути резвого мотоцикла. Александр Минаев судит матчи не первый год и умело сочетает все необходимые качества на поле. Он отметил самые важные пункты своей непростой работы. Главное, чтобы по правилам была игра, а без травм, естественно. Это важно очень. А в остальном все от спортсменов зависит. Болельщики остались довольны не только «Металлургом», но и ковровскими спортсменами. И все же победитель для них существует лишь один. Первые впечатления хорошие. Я так думаю, наши должны выиграть. Меня поражает игра, потому что, как и новички, которые из Коврова, в общем, играют вполне неплохо по сравнению с профессионалами. Должны победить, но я надеюсь, что победят. Но ковровцы тоже молодцы, стараются. Первый домашний матч «Металлурга» в новом сезоне чемпионата России по мотоболу завершился со счетом 6-0. Видновская команда с 4 победами в 4 матчах отлично идет по пути к очередному чемпионству. Арсений Рогозянский, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ.